Здравствуйте, дорогие участники группы. Сегодня мы вас приветствуем на розыгрыше рандома на хабе Алонсо. Вам нужно было выполнить несколько пунктов. Поставить «Мне нравится», рассказать друзьям. Быть подписанным на нашу группу. Быть подписанным на группу Digital Gadget. И поставить порядковый номер. В этот раз меня все почти порадовали. У нас соотношение репостов и порядковых номеров почти одинаковое. Кто-то один только не выполнил все пункты. Так что у нас кто-то один не сможет получить приз при выигрыше. Так, значит, у нас 39 человек поставили порядковый номер. Ну что, Хаби Алонсо ждет, кто его заберет. Итак, победителем в розыгрыше рандома на Хаби Алонсо становится участник под номером 8. Итак, мы сейчас узнаем, кто это. Так. Опа-на, у меня лаги. Так, у меня показывает то, что это Эдуал Полтуев, но я перегружу просто тут. Вы дали сами что-то какое-то. Так, да, это Билал Полтуев. Извиняюсь, если что такое за произношение. Так, он 100%, мне кажется, поставил репост того, что не первый раз уже участвует. Вот, Билал Полтуев сделал репост. Так. Значит, так. Ну-ка, он подписан на нашу группу. И осталось узнать, подписан ли он на группу наших друзей, что некоторые не выполняют. Так, поиск по участникам. Так. Не нравится мне это как-то. Ох, тут лаги-то у меня какие большущие. Так, вот участники. Поиск по участникам. Почему 73 человека здесь пишет? Что-то тут как-то не так, ребят. Так, как я понял, Билала нету в этой группе. Я сейчас все посмотрел, так все эти проверил. Нет, он не вступил в эту группу, так что приз к нему не придет. Итак, у нас перерандом. Вот такие дела, вот такие пироги. Итак, перерандом. Победителем в рандоме на... Победителем в рандоме на хабе... Победителем в рандоме на хабе Алонсо становится участник под номером 20. Такое число красивое. Кто это? Сергей Бурлаченко. Ну, он, мне кажется, выполнил 7 пункты. Я ему еще, кстати, до сих пор должен Джо Харта. Так что, Сергей, не стесняйся. Вот он выполнил. Не стесняйся, пиши мне, я тебе его обязательно отдам. Я помню, говорил то, что были очень такие проблемы с трансферами, я не мог отдать его. Сергей здесь подписан. И на группу Digital Gadget. Подписан ли он, я уверен, что он подписан. Так. Не, мне чуть смешно становится как-то. Чё-то как-то, ребят, это не сильно смешно. Так. Я лучше так проверю. Если, ребят, вот так будете не выполнять пункты, то фиг, вы выиграете. Да, Сергей Бурлаченко нет. О, Сергей, как ты себе испортил выигрыш в
Второй человек уже не может выиграть. У нас второй перерандом. Ребят, выполнять надо пункты тщательно. Надо стараться. Да, вот это дело. Такого у нас еще не было точно. Итак, перерандом на БТУ. Уже так-то не сильно весело, ну ладно. Победителем в рандоме на хабе Алонсо становится участник под номером 28. Ну, если сейчас не будет он подписан, я даже не знаю, что я сделаю. Влад Астафьев. Вроде красиво сказал, нормально. Так, ты кто у нас? Так, ладно, так. Влад Авто... Ну, короче, вы поняли, да, кто? Так, так, так. Тревожительно. Чё-то мне это вообще не нравится. 28, Влад Астафьев. Блин, это вообще сейчас мощно будет, ребят. Вы чё, не выполнять пункты, это как-то... Не по-царски, не по-царски, ребят. Так, досконально. О, извини, Влад. Все, пардон. Понятно, так, ты здесь выполнил все, что нужно было. Я уж испугался очень сильно, причем. Так, 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 давай загружу. Вот. И ничего не скажешь ведь. Ладно, будем так заходить. Так, Влад Астафьев. Он в моей группе все, походу, находится. А вот Digital Gadget, не подписывайтесь, ребят, ну это прям грех уже. Так. Нет, все, ребят. Вы что-то... Либо у меня сильные лаги на компьютере, либо вы что-то очень сильно тупите. Третий перерандом делать я не знаю. Ладно, давайте последний, третий перерандом. Но если сейчас не будет подписки, все, ребят, результат ждите завтра. Так, все, давайте сосредоточимся. Итак, мне уже очень сложно говорить. Не хочется, чтобы такого произошло, то, что никто не подписан на Digital Gadget. Ладно, давайте еще раз. Перерандом. Вау, вау, все вот так. Салют, улыбка. Уже какой шанс у всех, ладно. Победителем в розыгрыше на хабе Алонсо становится участник под номером. И он под номером. Ребят, 20. Мы знаем то, что кто это у нас. 20. Это у нас Сергей Бурлаченко, который не выполнил пункт. Один из самых важных. Почти. Ну, без всякой такой, что такое, заколдованности. Дмитрий Калядин. Сразу же так. Так, ну, блин, ну, ребят, я верю. Так, Дмитрий Калядин сделал репост. Он сделал репост, ребят, но уже надежда есть. Надежда умирает последней. Хаби Алонсо вообще не дает. Так. Он подписан. Ну все, ребят, судьба ваша решается. Digital Gadget. Участники. Это самый долгий рандом, который я только устраивал. Все. Это уже беспредел, ребят. Все, как я и обещал, это был последний перерандом. Эх, досадно это сознавать, но результат рандома переносится еще на один день. Виноват не я, а виноваты вы. Сколько раз я писал, выполняйте все пункты. Даже не хочется сознавать это, ну ладно. Подписывайтесь на группу Digital Gadget. Здесь очень много популярных гаджетов и все такое. Смотрите, тут прям новостей-то дофига. Не знаю, чего вы не подписываетесь.
Я вот подписан. Подписывайтесь на нашу группу. И самое главное, выполняйте все записи. Ладно, до завтра. Ждите нового результата рандома. Все, всем пока.